Ну и Крым России нужен, и Россия, конечно, нужна Крыму. Все, я думаю, будет с Крымом в порядке, но не сразу. Разумеется, никто отбирать его силой не будет, поскольку ну, не существует сейчас в мире концепции войны с ядерным государством. Не разработано, никто не знает, как это делать. А поэтому, конечно, съедят. И Крым останется российским, каким он, в общем, и всегда был. Что касается вопроса о том, когда там настанет хорошо, я не знаю. Там, надо сказать, сейчас происходят безобразные вещи, связанные с тем, что раздербанивают землю. Там до сих пор не решена проблема с ограничением доступа на пляжи, что противоречит прямо российскому законодательству. Вот, там до сих пор существуют жилые комплексы и гостиницы со своими закрытыми пляжами. Речь идет о общедоступном море. Вот. Поэтому, конечно, сейчас довольно долгое время там будет вот эта дележка. Я думаю, даже стрелять там будут, потому что куш большой. Вот. Но со временем когда-нибудь успокоится. Что касается того, что делать с пустыней, которая из себя представляет весь Крым, за исключением Южного берега. Ну, я бы там построил Лас-Вегас. Вот, по-моему, лучше места нету для этого. Почему-то принято решение игровую зону делать на Южном берегу, совершенно непонятно. Вот построили бы в центре пустыни, как Лас-Вегас построен, было бы прекрасно. Мне кажется, это было бы хорошим таким проектом развития для Крыма.